Поможет трудоустройство. Пути решения проблем с трудными подростками обсудили в Петропавловске. Главной темой встречи стал рост числа преступлений со стороны несовершеннолетних и увеличение числа ребят, которых поставили на учет в полицию. Мы проводили координационное совещание комиссии по делам несовершеннолетних с представителями краевых учреждений образования, системы профобразования, для того, чтобы обсудить работу с несовершеннолетними, которые у нас находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в органах, в полиции. И вообще, как мы говорим, это категория ребят, находящихся зоны группы риска. На совещании обсудили вопросы трудоустройства трудных подростков на лето, чтобы сократить среди них число преступлений. Интересно было выслушать мнение представителей образовательных учреждений краевых и системы профобразования, как у них выстроена эта работа, с какими проблемами сталкиваются эти образовательные учреждения, чем мы можем помочь и как совместно наладить работу, чтобы вот получить положительный результат. Подобные встречи планируют проводить регулярно. Это необходимо для того, чтобы найти пути решения проблемы и тем самым снизить показатель по количеству преступлений, которые совершают подростки. Наладить межведомственное взаимодействие между всеми структурами, между школами, между системой профобразования, между комиссией по делам несовершеннолетних и УВД, полиции и так далее. То есть это такой комплексный подход, который позволит нам получить положительные результаты.